серый? Ну ты что, оглох, что ли? Ну ты, родной. Ты что, перекачался? А? А, да. Ой, это что за ведро? Так, ну ладно, вот что я тебе обещал. Угу. Бабки, да, только говорю сразу, 5 штук не хватает, сам понимаешь, туда-сюда казино. И учти, в следующий раз тащи только Винстрол и Денобол. Идет лучше всего. Это что, за стероиды? Нет, за птичье молоко. Слушай, дружище, давай ты мне в следующий раз отдашь. Я иду в опасный район. Слушай, ты меня знаешь. Я просажу, потом будешь бегать за мной. Стой! Давай я тебя сфоткаю, чтобы знать, что ты мне бабки отдал. Ты лучше скажи мне, что ты вколол. А, там одна штука, от нее вообще вот так прет. Ладно. Ага. О, олигофрен. Я не стал тратить силы в зале. Да? Отправил туда бабушку. Так что мы там планировали делать долго? Ты готов? Да. Поехали, я уже свободна. Поехали куда? Ко мне домой. Смотри, вот все это нужно погрузить в тот контейнер. Так здесь же... А я предупреждала, что это придется делать долго, а ты другое подумал. Они здесь валяются от прошлых хозяев, но сейчас папа подарит мне мини. Ну, Мурзик, ну ты же обещал. Ну, раз обещал, тогда ладно. А это все стероиды, химия, которой мы колемся. Данабол, Странабол. У нас, кстати, от этого и не стоит. Что? Вообще не стоит. Каждый раз на 5:30. Слушай, давай-ка я тебя сфоткаю и побегу. А ты меня об этом попросишь в следующий раз. Ну все, пока. Угу.